31 марта – последний день, когда можно подать декларацию о доходах за 2021. Это можно сделать, посетив налоговую, а также по почте или через личный кабинет. За несвоевременную подачу данных в течение 3 рабочих дней после окончания срока грозит штраф от 64 рублей. В Беларуси с 4 по 8 апреля пройдет профилактическая акция «Дом без насилия». Сотрудники МВД напоминают, если вы стали свидетелем или жертвой домашних ссор, где применяется сила, самый лучший и правильный путь – сообщить в органы внутренних дел. С начала года отмечается рост бытовых убийств в 2 раза. Летние оздоровительные лагеря примут более 350 тысяч детей. Предварительные заявки уже собраны из всех регионов республики. Напомним, сейчас в стране продолжаются весенние каникулы. За эту неделю отдохнут более 60 тысяч школьников. В стране с 9 по 16 апреля пройдет «Неделя леса». Она приурочена к году исторической памяти. В Могилевской области планируют высадить деревья на площади свыше 3500 гектаров. Районные лесхозы приглашают всех желающих принять участие в добровольной акции. В храм преподобного Сергия Радонежского 2 апреля с Урала прибудет чудотворная икона Божьей Матери Табынская. Находиться в Туголице она будет до 5 числа включительно. Посмотреть на образ можно с 9 утра и до 8 вечера.